кстати, хорошая команда, понравилась. Особенно в первом тайме. Будь они более удачливее, агрессивнее, напористее, я думаю, что-то и могло получиться. В принципе, сами видели, что в первом тайме они, можно сказать, полностью владели инициативой. А что для Дмитрия легче или проще? Вот когда атакуют, чтобы вы в тонусе, или вы лучше пусть защиты все снимаете? Но, честно признаться, после первого тайма я зашел в раздевалку, и у меня сил не было встать. Потому что то напряжение, которое они создавали, было очень серьезно. То есть в первом тайме, по крайней мере, я сил отдал очень много. Иногда проще, когда тебя атакуют, ты играешь, вступаешь в игру. Вот, то есть ты как-то в движении, в тонусе. А это особых моментов не было, но всегда они держали напряжение. Очень тяжело.